Каждый ребенок верит в чудо, особенно в преддверии Нового года. Как правило, удивить мальчишек и девчонок несложно. Их мечты достаточно просты и исполнимы. Дети из социального приюта подарками тоже не обделены. К ним часто приезжают гости, и все не с пустыми руками. Сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья приехали к малышам впервые. С собой они привезли главное – множество интересных конкурсов на тему здорового образа жизни, хорошее настроение, игрушки и средства личной гигиены. Дети подарками остались довольны. Сейчас в нашем учреждении находится 14 детей. Дети от 4 до 16 лет. Всех этих детей судьба пока решается. Конечно, мы все стараемся, чтобы они по возможности вернулись в свои биологические семьи, к своим родителям и жили в своих семьях. У детей, поступающих в приюты, независимо от их возраста, часто нарушена социализация, имеющая широкий спектр проявлений. От несоблюдения правил личной гигиены и неспособности адаптироваться к незнакомой среде и новым обстоятельствам, так и ряд проявлений девиантного поведения. О детях Каменецкого социального приюта такого не скажешь. Все они очень милые и общительные. Это заслуга педагогов, с ними работающих. Их окружают любящие люди, к ним приезжают улыбчивые гости. Искорки добра, которые мы сегодня привидели в их глазах, они дают нам необходимость в следующем году опять предложить коллективу провести такую акцию и тоже посетить какой-нибудь из коллективов социальных учреждений нашей области. А вообще я хочу пожелать и этим детям, и всем детям нашей области, чтобы у них была своя семья. Я хочу, чтобы поскорее вернуться домой. А Кристина, какое чудо ждет от Нового года? Тоже, чтобы побыстрее вернуться домой. Каждый, кто хоть раз навестил деток из социального приюта, запомнит их глаза. Правильнее сказать то, что увидели в них. Неугасаемую надежду на скорое и счастливое будущее. Как сложится их дальнейшая судьба, сказать трудно. Но то, что они заслужили билет на счастье, не оставляет сомнений. У каждого из воспитанников приюта лишь одно новогоднее желание – поскорее вернуться домой. Но только так, чтобы навсегда. И чтобы там их ждали любящие папа и мама. Мама.